Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. И сегодня мы поиграем в игру, которая называется House Battle League. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Я надеюсь, это не очередной клон, сами знаете чего, хотя что-то похоже на это. Правда, я один уже бой сыграл. Ну что же, давайте. Так, я получил непонятно чего. Тут с нами разговаривает какой-то профессор, и он нас просит открыть тостер за один алмазик. Ну что ж, давайте откроем, и что он нам даст. Он нам дает деньги. Ага, карту бандита и карту самурая. Так, он нас просит что-то апгрейдить. Ага, я могу бандита апгрейдить. Ну давайте сделаем. 5 золотых всего требуется на это. Параметры прилично так возрастают. Но вот что этот бандит делает, я не знаю. Ну, стоит он со связкой динамита. Так, отлично. Что? Ну, давай сюда кликнем. Что ты мне показываешь? Так, какая-то машина. Принять. Принимаем. Ух ты! Ё-моё, Минотавр. Эпическая карта. Битва. Ага, это уже пошла сама игра, ребята. Ну, довольно интересно глянуть. Лаборатория. Типа мы переместились где-то во времени. Ну-ка, иди-ка сюда, жирный. Давай посмотрим тебя в деле. Циклоп. Да, медленный, но вроде бы мощный достаточно. Ух ты, вот это он бомбит. Давайте-ка звездочкам сюда. Шмяк, и все. Так, это что за бандиты тут бегут на меня? Куда вы разбежались? Вы должны идти в кучку. Так, пиратка пошла. Ну что же, мы одну турель у него забомбили. Да, пиратка, кстати, довольно тоже такая неслабенькая. Отлично, просто шикарно, ребята. Ну-ка, что ты у нас там делаешь, бандит? Опа-на, вот против слабеньких юнитов он как раз то, что надо. И осталась лишь базенка у него, да? Так, выставляем тут всех. Черт подери, он своих этих пиратиков вызывает. Маленьких подшныриков, которые, естественно, разбомбят, да? Да, разбомбят у меня пиратку. Ну-ка, давайте-ка великана. Слушай, ребята, великан, я так понимаю, он чисто идет разрушать здания. На юнитов он не обращает никакого внимания вообще. Даже с ними не дерется. Типа, это слишком слабая цель для него, чтобы связываться. Ну, мы тогда звездочками. Вот так вот. И я, ребята, надеюсь, что сейчас мы победим. Мы обязаны победить. Отлично. Победа за нами, и я нас поздравляю. 3 звезды получили, и по-моему, получили еще один тостер, если я не ошибаюсь, конечно. Да, я принимаю. Да, я все это принимаю. Что ты еще хочешь от меня? Так, тут какие-то у нас открыть. Интересно, как? Ага, вот здесь вот, наверное. Так, деньги. Ух ты, мумия. И... А это еще кто такой? Скраб. Тут что-то у нас за журнал. Принять, принять. Непонятно. В принципе, нам это не надо. У нас, смотрите, внизу еще... Можно, видимо, кого-то прапать, что ли? Не пойму я пока. Стандартная турель. Можно... Поменять, что ли? Ну-ка, точно, ребята. Можно установить пушку. Хм, вот это хорошо. А здесь можно кого-нибудь прапать? Я же вижу, что у вас стрелочки показывают наверх. Но почему-то ничего. Только лишь информация. Странно. А как же вас, например, усилять?
Так, ну это можно будет разобраться потом. Так, что здесь у нас? А, здесь, ребята, можно... А вот этого можно апгрейдить. Ну-ка, давайте-ка 5 этих... Как там звать-то? 5 золотых. Так, апгрейдим его. Получает второй уровень. А что он, интересно, вообще делает? И вот этого жука, я так понимаю, мы тоже можем проапать немножечко на один уровень. Отлично. Но ведь их же как-то можно поменять местами, елки-палки. Юза. Ну, блин. А как поменять-то? А, вот как. Ясно, просто нажимаешь на него и выбираешь карту, которая нам не нужна. И он автоматически меняет. Ну-ка, давайте-ка, Минотавр мне нужен. Так, давайте. Вот на этого. Он мне не особо нужен. Так, отлично, с этим мы разобрались. Это что такое? А, не-не-не-не, донат мне не нужен. Ёлки-палки, тут смотрите, эпические сундуки. Игра должна быть довольно неплохой. Хотя она... Ух ты, тут, ё-моё, уже кланов. И сколько? А ведь написано, ребята, что игра еще до сих пор в бета-версии. То есть не в бета-версии, а в тестовом, в тестовой версии. Ух ты, кристаллы получил. Ё-моё, вот они, ребята, эти пиратики, которые были в том бою. И звездочки, которые, кстати, можно проапать. Ну-ка, давайте-ка прапаем звездочки. Что такое? Какой? 4 уровень? А, нет, уровень 2. Так, а это у нас что такое? Куда-то кликнул, даже не понял куда. Ну, видимо, в бой. Тартуга. Ну и мы с вами оказываемся на каком-то корабле. Ладно, давайте посмотрим, что из себя представляет Минотавр. Эй, бабушка, хорош, нифига, с двумя сковородками. Давайте-ка так сделаем. Отлично. А что это за сундук такой, а? Горит. Ё-моё, эти скоробеи, ёлки-палки, какие-то ничтожные. Что я вообще такое выбрал? Это не похоже на просто игру, ребят. Это какой-то чемпионат или что-то в этом роде. Смотрите, какие уже мобы раскачаны. Я таких и не видел даже. Мумии. Ты посмотри, что делает. Мумия, успокойся. Это еще кит тут какой-то. Кита сбросил на меня, блин. Давайте, скоробеи, бегите. Куда вы побежали? Ё-моё, а. Какие-то пришельцы у него тут. Где он таких взял? Разве так честно, а, ребята? У меня таких карт нету. Давайте пиратка на пиратку. Ага, замечательно. Ну, по крайней мере, у него базенка уже покоцанная. Точнее, турелька. Ну, у меня тоже. О, нет, только не амбала. Только не амбала. Черт тебя подери. Ну что, что такое? Что за лак, ребята? Давай просирайся быстрее. Отлично. Так, самурай. Блин, видать, с серваком, что ли, какие-то проблемы у них опять. Бывает такое, ребята, когда игра еще в тесте. Какие-нибудь лаги, сбои и так далее и тому подобное. Вы посмотрите, как эта девица дерется с двумя сковородками. Просто наотмашь. Бандит, ну-ка подзорви его. И сам же сдох. Ладно. Скоробей вперед. Ага, скоробеи, значит, какие-то камни огненные тащат, которые довольно неплохо взрывают. Черт, я уже задолбался отбиваться от них. Со всех сторон прут. Давай, Минотавр. Ядрить тебя на корень. Опять он амбала этого вызвал. А почему у меня нету? А, нет, он есть.
Но он слишком дорого стоит. 5 энергии. Опа, Минотавра пошел в бой. Нифига он там шпарит. Слушай, ты довольно неплохой, чувак. Опять эти две девицы, блин, под окном вышли, блин, пиратка и сковородница. Так, время. Я должен выиграть, ребятушки, по времени. Ну, матч окончен. Есть, победа за мной, ребята. Правда, я получил одну звезду всего лишь. Но это лучше, чем ничего. Так, хорошо, в общем, мы с этим немножечко разобрались. Так, что дальше у нас тут можно вообще сделать? Что такое вот эти стрелочки обозначают наверх? Видимо, просто показывают, что их можно раскачивать еще. И опять у нас будет что, тортуга или нет? Ё-моё, опять тортуга. Ладно. Какая-то лаборатория номер 48. Ребята, это не игроки. Это что-то какое-то как дополнительное. Ох ты, нифига там, смотрите. Вызвал инопланетянина. Успокойся, пришелец. Блин, Минотавр, конечно, классный. Тут ничего не скажешь. И мощей у него прилично. И атака такая неплохая довольно-таки. Опа, вызвал против меня своего Минотавра. Да, от бандита ничего не осталось. Вот это он шпарит, а. Давай, пираточка, выручай, родная. Так, он самурая вызвал. Ну-ка, пришельцы, бомбаните этого дурачка. Скоробей, пошли. Блин, ребята, моя большая была ошибка, знаете, в чем? Что я выставляю не то, что мне надо. Опа. Он забомбил турель у меня, гаденыш. То ли это как тренировка или что-то в этом роде. Проверить свою колоду, как бы вот так, я понимаю. Потому что это нереальный игрок. Ёлки-ты-палки. Минотавр бежит. И у меня энергии нету. Звездочки, наверное, бесполезно против него будут. Так оно, в принципе, и есть. Ладно, бандос, выходи. А он пришельца своего призвал, который довольно-таки легко справился с моим бандитом. Ну, а пиратку как? Нафиг ему пиратка, блин, когда лучше по базе шпарить. Давай, скоробей, бомбите тут все. Блин, время поджимает, ребятушки. Одна минута осталась, а у меня турели нету. И вторая уже на подходе. Так, самурай, вся надежда на тебя. 60 секунд осталось. Их, черт подери, ребята. По-моему, я тут проиграю. Самурай не вытянет. Да, так оно и есть. Давай, пришельцы, бомбите этого Минотавра. Отлично. Блин, нет, скоробей, мне кажется, дурацкая карта. Надо ее поменять. Не нравятся они мне. Да ты заколебал, смотрите. Все, сейчас уничтожит еще одну турель у меня. Гаденыш, и 30 секунд осталось. Ребята, 30 секунд. Че-то я чувствую, что здесь вообще я проиграл капитально. Смотрите, Минотавров за Минотавром вызывает, да? А у меня почему-то такой возможности не было. Сейчас бомбанут базу, да? Нет, 12 секунд, 10. Да, я тут проиграл, ребята. Как ни крути. Обидно до чертиков просто. Ладно, гнидыш. Да, ребята, лаборатория номер 48. Без гильдии. Непонятно, ну не может же так назваться себя человек, блин. Лига, кост. Так, поменять. Поменять можно, да? А это что такое у нас тут? Турнир якобы. Топ гильдии, топ игроки. Магазин. Нет, спасибо, донатить я не хочу пока. А как вообще мне выйти в простой, обычный бой? Может быть, сюда? А, ищется оппонент, ребята. Вот, 3 секунды ждать. Или нет? Точно, вот это надо было куда нажимать.
Вот здесь, по-моему, уже будут реальные игроки. Или нет? Ага, реальный игрок, ребята. Вот это уже другой разговор. С живыми людьми, как говорится, играть намного интереснее. Ну что опять зависло? А нет, все нормально. Давайте-ка. Я даже не знаю, кого он там. Ах, смотри, что делает. Бомбардировщика вызвал. Так, давайте-то уже своего вызовем. Да, ребят, если вам понравилась эта игра и вы хотите смотреть продолжение, как я в ней буду играть, как мы будем в ней развиваться, пишите в комментариях, ставьте лайк, и тогда продолжим. Игруха-то вроде так ничего. Что-то наподобие Блиц-бригады. Ну и этого Клаш-Рояль, или как там он называется. Хотя можно будет как-нибудь еще и в Клаш-Рояль поиграть. Посмотреть хотя бы. Я ее так и не видел. Так, ну что, ребята, мы одну турельку ему снесли. И это хорошо. Так, что, я могу две пиратки? А, нет. Нет. Черт, что от него ожидать, я не знаю. Минотавра, боюсь, расстреляют сейчас, да? Черт, подери. Здоровяка вызвал. Ну, давайте этих упырей мелких. Что-то не могу выставить. Вы смотрите, у него какой-то арбалетчик есть. У меня пока такого нету. Но зато я снес ему все турели. Блин, Минотавра вызвал, бляха-муха. Надо как-то... Иди отсюда, лучник, ты задолбал. Отлично. Минотавр не должен подойти, турель, расстреливай, пожалуйста. Отлично. Так, самурай пойдет и... Блин, я пока никого не могу вызвать больше. Этих, что ли, дурачков? Мелких пришельцев. И давайте скоробея. Накатиком, накатиком. Да куда ж вы... Блин, моего сейчас бомбанут. А, нет, выжил. Хрен там он выжил. Ну все, иди, бомби базу. Циклоп. Куда ты идешь? Ты можешь идти по прямой, циклопище. Куда ты пошел-то? Не понимаю его. Они почему-то все идут именно в обход. Ну что ж, ребята, победа наша. И я нас поздравляю. Так, я 29 очков получил. И плюс победа. Ага, я получил еще какой-то фиолетовый тостер. Видно, эпический. Но явно не легендарный. Давайте-ка... Давайте вскрывать его и смотреть, что выпадет. Ага, выпадет. 2 часа надо ждать. Хе-хе-хе. А этот можно за 1 кристаллик. И того у нас что получается? Ага, пришельцы эти, марсианы. Это кто? Капитан какой-то? Че, и все что ли? 2 карты всего дали? Ну ладно, и на этом, как говорится, спасибо. А здесь что? Слушайте, хотелось бы глянуть и на мумию, и на тех солдатиков. Давайте, может быть, уберем кого-нибудь. Так, этих можно еще и даже проапать немножко. Да, 3 пиратика. Да что такое-то? Давайте... Ух ты, я получил 2 уровень, ребята. 2 уровень. Это неплохо. А дадут какой-нибудь бонус? Ага, хрен тебе, а не бонус. Так, давайте, наверное, поменяем. Поменяем их вот на этих скоробеев, которые мне не понравились. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.